приношу извинения свои от всей своей семьи, родственников за такое содеянное. Моему брату, конечно, нет никакого оправдания. В первую очередь я с первого дня, как только узнал, делаю дуа за вашего сына, вся наша семья также. Поэтому искренне прошу простить именно мою семью. Мы как бы тут не виноваты, я вообще не был в России. Я прилетел, как только сразу узнал. И пытался вот найти какой-то контакт с вами, чтобы связаться и предложить какую-то помощь, если все, что от меня зависит, и готов помочь, посодействовать. Семья, конечно, ни в чем не виновата. Он сам совершил свой поступок, плохой поступок. На месте моего сына мог оказаться любой другой человек, да. Ну что, ему все равно придется по закону ответить. Я согласен, я его ни в коем случае никак не укрываю, не прикрываю. Он виноват, ему придется ответить в этом. Я как не спорю.